Дорогие братья и сестры, вот получили с почты. Вы знаете, я целую ночь не спала, когда мне сказали, что пришла Риза. Вот, получаем. Идем сейчас, будем все распаковывать, все вам показывать. Все пришло в целости и сохранности. Дорогие братья и сестры, сами, наверное, уже догадались. Такая тишина у меня сразу. Вчера после предвечерней, вчера на вечер, предвечерней прибежала женщина с почты и сказала, пришла вам ценная посылка. Мы с батюшкой догадались, что это Риза, чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Я не спала целую ночь. Такой был трепет, молилась перед Богородицей, говорю, Матенька Божия, уже все пришло, Царица Небесная. Я одна молилась, дорогие братья и сестры, чтобы только увидеть это все, потому что взяла на себя такую ответственность перед Богом, перед вами всема. И думаю, Господи помилуй, а вдруг проснусь, и всякое может быть, или не проснусь, или война. А что же я тебе, Господи, скажу? И слава тебе, Господи, дорогие братья и сестры, мне было это самое главное, что я хочу вам это все показать. Вот, дорогие братья и сестры, все пришло, видите, все запечатано. Это самый большой подарок. Батюшке сегодня день рождения, у меня завтра. Самый большой подарок, что пришла Риза. Надо же так, как на самой день рождения батюшки. Мы сегодня, дорогие братья и сестры, посвятили кибор, служили за вас все имена. Дорогие братья и сестры, на подсвечник чудотворной иконе Казанской Божьей Матери, ага, помогайте, батюшка, мне, сложились 83 тысячи. Там вы мне писали, что есть дешевле подсвечник. Одна женщина написала, да, дорогие братья и сестры, может, есть на сайтах, даже на одном сайте есть, но там цена 200 тысяч, а этот 123. Но есть один сайт, дорогие братья и сестры, где он дешевле, но нужно звонить, потому что там просто есть наличие. Если нет наличия, то они его будут делать 2 недели. А нам нужно к Пасхе, то я буду завтра звонить. И это здесь нужно тоже так аккуратно, аккуратно все. Сколько всего? Вот. Сколько всего? Что там не пришло? Вот. Так, все аккуратно замотали. Вот, дорогие братья и сестры, слава тебе, Господи, слава тебе. Вот, слава Богу. И вам всем, дорогие братья и сестры, за этот дар, за эту ризу, на которую слаживались все. Пальцами нельзя трогать, он сказал, чтобы вообще пальцами не трогали. И оно прикручено к досочке. Красота какая, как камни переливаются вот эти все. Вот как камни, все переливается. Ох, какая красота. Какая пришло. Так упаковал, конечно, хорошо. Вообще на совесть. Вы же сами видели, дорогие братья и сестры, все. Ну, слава тебе, Господи. Дорогие братья и сестры, на звезду вы собрались, я же все отправила. Через месяц-полтора он сделает звезду. На подсвечничек нам еще не хватает, но я думаю, мы с Божьей помощью к Пасхе будет Матери Божьей подсвечник. Смотрите, какие камни. Смотрите, дорогие братья, тут еще что-то есть. Аж страшно дотрагиваться, какая красота это пришла. Как это все красиво. Давайте, дорогие братья и сестры, я стану на солнышко. Ух ты! То она тяжелая. Я даже боюсь говорить, с чего она сделана. Это же вы сами знаете. Матерь Божия должна быть такой красивой, как все сделано, переливается на солнце. Дорогие братья и сестры, сегодня большая радость. К нам уже пришла Риза Божьей Матери Казанской, которые слаживались мы на протяжении 7 месяцев. Вот, со всех России и зарубежья, для того, чтобы украсить Матерь Божию одежду, прекрасную, красивую одежду. Это действительно большая радость, и я очень всем вам благодарен за вашу помощь, за вашу жертву. Благодарен и Матушке за то, что она организовала это все, что вы имели возможность сделать такую жертву. И теперь имена, которые вы подали, будете всегда молиться на всех акафистах, сколько мы будем служить.
Спаси вас всех Господь, храни вас всех Господь, даст пусть Господь и Матерь Божия дает вам силы, крепости, здоровья, и Матерь Божия покроет вас своим счастливым амфором. Радость неописуемая, и хочется и плакать, и радоваться, это такое слезы счастья, потому что все это сделано для Матери Божией, а Матерь Божия заслуживает самого лучшего, самого красивого. Это чудотворная икона вот в Кивоте. Сегодня она на кафесе стояла. Вы знаете, надо же на такой день рождения батюшки, а у меня завтра пришла Лиза. Ну, просто так ничего не бывает в жизни. Это такое счастье, что дождались, это все. Святая Богородица, благодарю тебя. И, дорогие братья и сестры, вы ничего не подумайте, но я хотела вам всем земной поклон сделать. Это так надо просто. Просто надо, потому что вы на этот храм подарили такой дар. Мы складывали 7 месяцев. Все имена переписывали, люди все жертвовали безвозмездно. Матушка, надо, вот возьмите, возьмите, на ризу. Смотрите, вот эти камни все какие красивые, и все. И на эту икону мы все наденем. Мы за вас будем вечно молиться. Тетрадочка, батюшка сегодня читал уже. Сотворилось невозможное. Невозможное сотворилось. Сотворилось возможное по милости чудотворной иконе. Наша икона чудотворная казанская. Она очень много исцеляет, помогает. Слава тебе, Господи. Такая радость, Матерь Божия, управила на батюшкин день рождения. Завтра мой пришла Риза. Она не должна была прийти сегодня. Она должна была прийти, дорогие братья и сестры, на той неделе. Ну что-то не чудо. Неужели так? Ваши все имена, дорогие братья и сестры. Вот. Вот все ваши имена. Батюшка читал на акафисе. Я немножечко сняла. Не могу снимать, когда служба идет. Хотелось дождаться этой ризы. И вам поклониться всем до земли. Спаси Господи вас. До земли, как полагается, потому что вы, дорогие братья и сестры, это вы купили, Матерь Божия, эту ризу, этот кивот, эту утварь. И подсвечник Божьей Матери, дорогие братья и сестры, сложились 83 тысячи, уже нам, еще нам осталось 40, и Божьей Матери будет уже подсвечник. Думаю, что с Божьей помощью мы сможем купить ей подсвечник. Сейчас ризу батюшка будет надевать. Смотрите, какая она будет красивая. Смотрите, какие у нее глаза. Чудотворный коль. Она необыкновенной красоты. У нее такие глаза глубокие, такие мудрые, наполненные любовью. Она всех-всех любит. И все, кто жертвовал на эту ризу Пресвятой Богородицы, Матерь Божия, дорогие братья и сестры, вам всем зачислит, простит, помилует всех ваших сродничков, которые вы дали вот эту тетрадочку. Она уже будет с нами вечно, эта тетрадочка. С воскресным днем вас всех. Спасибо, Господи. Ты Печерская и Казанская, и Ахтырская, все вы со мной. И Почаевская, и Смоленская, и Державная над всей страной. Пред иконою, перед лопатой.